Марченка, доброго вечора, Андрій Андрійович. Підскажіть, будь ласка, чи є цікавий метод, як вибрати ім'я для дитини з двох-трьох варіантів? Якесь подобається, як звучить, а якесь по характеристиці, як би не помилитися? Сейчас время такое, когда очень хорошо давать настоящие христианские имена великих людей, потому что вот те дети, которые сейчас рождаются, это будут дети, которые в дальнейшем будут великими людьми. Они будут жить в великой стране, и вот такое имя, как, допустим, там Моисей или там Сара и так далее, они могут быть очень хорошими для ребенка. А метод какой? Моего брата называла мама когда-то. Она сказала, не знаем, как назвать его. И папа мой говорит, ну давай, первый мужчина, который зайдет в наш дом, дадим ему имя этого человека. После этого сосед пришел, Владимир, потом приехал ее брат Владимир, и потом еще кто-то из Владимиров тоже пришел. Они даже имя не знали, а тот человек, который пришел, звал отца. Он вышел, говорит, слушай, я никогда не спрашивал, там Зуб его звали, он соседом был. Говорит, слышишь, Зуб, ты, как тебя зовут? Он говорит, Вовчик. Он говорит, надо же. И после этого назвали Вовой. Если вы хотите, чтобы сила провидения и сила, наверное, высшая сила дала ему имя, то тогда это может быть. Я с Розой. У нас Роза приснилась всем и всем сказала, назовите меня Розой. Можете точно так же сказать себе. Пусть первые три человека, пусть вот, делайте так. Я желаю, чтобы в жизни мой ребенок был абсолютно счастливым. И я хочу, чтобы первый человек, который мне позвонит, или первый человек, который зайдет, или первый человек, кто скажет мне хорошую весть, я в честь вот такой вести назову именем этого человека ребенка. Он судьбу не повторит, но сила провидения даст ему элемент фортуны. Его даже назвали в честь хорошего чего-то, можно так.